Свыше 2 километров, больше 80 комфортабельных теплых кабин и уникальная природа вокруг. Если раньше подъемник такого класса был только в Сочи, то теперь появился на одном из популярных курортов Сибири – Манжирок в Республике Алтай. Новая канатка – подарок для всех туристов, особенно для горнолыжников, которым в мороз приходилось больше 30 минут подниматься в гору по старой кресельной канатке. Глава ведущего банка страны Герман Греф пояснил, что создание дороги и сопутствующей инфраструктуры вокруг обошлось почти в 1,5 миллиарда рублей. Этот подъемник пока он в несколько раз превышает потребности в гостях. 2400 человек в час – это в несколько раз больше максимальной пиковой нагрузки здесь. Поэтому он закрывает все нужды. Поднимались мы сюда 8 минут. Конечно, это будет комфортно, это тепло, это безопасно и это очень быстро. Прокатиться в комфорте захотели многие. В день открытия дети до 12 лет катались совершенно бесплатно. Как в сказке. Он с ребятишками летит, как на ковре самолете, да? Что именно понравилось? Мне понравилось, как мы ехали быстро. Как вам прокат? Очень здорово, все прекрасно. А вам? Очень понравилось, вид прекрасный, изумительный. А на старой катались? Нет, на старой мы я катался на старой. Скажите, сравните, пожалуйста. Это комфортабельно и не страшно. Новая канатная дорога – лишь один из этапов комплексного развития курорта. Через несколько лет здесь планируют открыть парк, пляж, бассейн, а на вершине горы – ресторан. Если сегодня Манжирок посещает около 220 тысяч человек в год, то благодаря развитию инфраструктуры эта цифра увеличится до 800 тысяч. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.